подняли нас уже сразу утром, построили, разъяснили, что к чему. Вместе, между прочим, и с артиллерийским училищем, второе артиллерийское, рядом с нами было, мы к нему были, построили. Ну, курсанты там пошли материальную часть обрабатывать, и там пушки, которые были, эти учебные, они там растаскивать начали. Ну, мы им помогали в этой части. Чем могли. Вот войну мы там узнали, что война началась. А о том, что война идет не так, как мы все представляли, мы поняли через неделю. А как вы представляли и что вы узнали? Ну, мы представляли так, что Гитлер дурак, что ли? Дурак, конечно, раз на такую мощную страну, как мы, у нас тут и самолеты, и бог знает что. И он полез на нас. Да мы его через 2 месяца от него ничего не останется. Вот так было. Все так вот думали и полагали. А что оказалось? Оказалось вот, что через неделю нас оттуда, с этих полигонов, вывезли обратно в Ленинград. И тут вот поместили нас в одну из школ там на Греческом проспекте. Вот так. А потом... Потом вот, значит, мы тут всего, это было уже 20 числа июня, и вот 4 июля 41 года было объявлено создание армии народного ополчения.